Спортсменов, тренеров, преподавателей и руководителей спортивных учреждений в администрации округа торжественно поздравили с праздником с Днем физкультурника. Это праздничная дата, которая отмечается в России каждый год, во вторую субботу августа. Поэтому я искренне хочу вас поздравить и поблагодарить тренеров, которые, не считаясь со временем, не считаясь со своими семейными какими-то задачами, воспитывают и возятся с детками, и они, и тренеры, считают как своих вторых пап. Это на самом деле очень здорово. И у нас на самом деле в Артеме создана действительно такая атмосфера хорошая команды, семейной, потому что по всем направлениям, которые у нас развиваются в Артеме, у нас есть яркие представители, у нас есть свои чемпионы, у нас есть кем гордиться, у нас уже есть настолько свои талантливые спортсмены и тренеры, что мы действительно можем уже многим преподавать, как нужно выстраивать спортивную жизнь в муниципальных образованиях. Всем тем, кто связал свою жизнь со спортом, вручили почетные грамоты, благодарственные письма и удостоверения. В целом, конечно, я не могу не отметить, что Артемовский городской округ богат спортивными традициями, богатым направлениями вида спорта. Конечно, хочется, чтобы этих направлений было с каждым годом еще больше, и чтобы в этот спорт вовлекалось как можно большее количество и маленьких, и больших жителей нашего города. Ежегодно все больше артемовцев связывают свою жизнь с физической культурой. Это и доказывает количество человек, собравшихся в день награждения в зале администрации. Знаете, можно сказать, что спорт в Артеме не спит. Спорт в Артеме на большую ногу развит. И сегодня ребята защищают честь нашего города прям по 39 видам спорта, так как у нас зарегистрировано 39 федераций. И все они достойно несут честь флага города Артема. Вероника Климова, Иван Петров, Габриэль Филатов, городские новости, телеканал «Лента».